Вместо приоритета абитуриенты будут оформлять согласие. 20 июня стартует приемная кампания в вузы. В этом году на бакалавриат и специалитет возьмут около 26 тысяч бюджетников, примерно столько же, сколько и в прошлом. А вот число мест на магистратуру увеличится на 1500. По данным Комитета по науке и высшей школе, ожидается около 70% иногородних абитуриентов. С этого года исчезло понятие приоритета, когда абитуриент выбирал более важные направления, а появился документ – согласие. Его пишут в произвольной форме, когда окончательно выберут вуз и специальность. Решающим, значит, в этой работе от подачи заявления и до 1 августа является, еще раз говорю, документ, слово «согласие». К согласию, очевидно, прикладывается уже и подлинник, потому что по подлиннику мы зачислять, не имея согласия, не имеем права. Каждый вуз вправе начислить дополнительные баллы, не больше 10, за различные достижения. Это могут быть сочинения, диплом о среднем профильном образовании с отличием, школьные медали, значок ГТО, но только золотой. Первая волна, в которую вузы наберут 80% абитуриентов, закончится 3 августа. Затем доберут остальные 20%. И 8 августа все завершится приказом. Большие конкурсы ожидаются, как всегда, на традиционные гуманитарные направления, а также на технические специальности, интерес к которым в последнее время сильно возрос.